На общенациональном референдуме в Швейцарии граждане страны большинством голосов отклонили инициативу правоконсервативной швейцарской народной партии о выдворении преступников-иностранцев. Против проголосовали почти 59% избирателей, а также подавляющее большинство кантонов и полукантонов страны. Законопроект мог быть одобрен только в том случае, если бы за него проголосовали и те, и другие. Сегодня был очень важный день для Швейцарии, как для правового государства. Сегодня швейцарцы и швейцарки защитили верховенство закона прямой демократии. По мнению противников инициативы правых консерваторов, ее реализация могла бы привести к депортации иностранцев, давно живущих и даже родившихся в Швейцарии. Каждый имеет право на ошибку. Многие швейцарцы их совершают, поэтому я не понимаю, почему, если кто-то родился в Швейцарии, но не имеет гражданства, а разрешение на жизнь и работу должен быть выслан из страны. Я считаю это неправильно. Приведенная Народной партией статистика, согласно которой иностранцы совершают 73% краж со взломом, 61% изнасилований и 58% убийств, не убедила швейцарцев принять закон, направленный против иммигрантов.